Музыка из фильмов великого мастера аниме Хаяо Миядзаки звучит в филармонии. Под управлением дирижера Катара Кимура камерный оркестр исполняет музыку, которая звучит в фильмах «Унесенная призраками принцесса Мононоке», «Ходячий замок» и других шедеврах аниме. Станислав Якушевич побывал на репетиции музыкантов. Вместе с музыкантами над программой работают и видеоинженеры. На экран будут транслировать отдельные кадры из фильмов Миядзаки. Каждому фрагменту своя тема, поэтому музыканты на репетицию уточняют порядок произведений. Им помогает дирижер Катара Кимура. Большинство названий на японском языке, поэтому ориентируются оркестранты на тональность, темп и первые ноты. Настоящее имя Джо Хисаиши – Мамору Фудзисава. А его псевдоним – это японская имитация имени Куинси Джонса, знаменитого американского джазового композитора и аранжировщика. И это не случайно. На музыку Хисаиши сильно повлияли как американский джаз, так и европейская классика. К примеру, в вальсе из «Ходячего замка» Хауэлла была использована тема Дебюсси композитором для того, чтобы показать вот то время. Музыка из аниме пользуется популярностью во всем мире, но произведения Джо Хисаиши японские музыканты привезли в Сибирь впервые и были необыкновенно удивлены, что эти темы сибирская публика знает, а на концерты приходят настоящие фанаты Миядзаки. Так много публики пришло на концерт. Атмосфера была, как будто мы рок-звезды. После концерта выстроилась очередь, все хотели взять автограф. И в зале было много представителей такого направления, как косплей. Люди пришли в костюмах героев из мультфильмов. Столь необычный репертуар уже не первый опыт. Музыканты исполняли музыку из самых известных компьютерных игр. Теперь аниме. Камерный оркестр не перестает удивлять своих слушателей. Станислав Якушевич, Олег Макаров, Новосибирские новости.